jump to pool. Once you can eat the whole red beast. Дней мы учились в боях, становились сильней. С нами опыт, отвага и точный расчет. И всегда перед нами задача вперед. Инженерные войска, инженерные войска, ясный разум и надежная рука. Из глубин былых времен под российский клич знамен мы идем, и с нами слава на века. Из глубин былых времен под российский клич знамен мы идем, и с нами слава на века. Дело предков всегда свято в сердце храним. Если надо, их подвиги вновь повторим. Пусть задачи сложней и горячей с каждым днем, как бы не было трудно, ответы найдем. Инженерные войска, инженерные войска, ясный разум и надежная рука. Из глубин былых времен под российский клич знамен мы идем, мы с нами слава на века. Из глубин былых времен под российский клич знамен мы идем, и с нами слава на века. Нет на свете преград, чтобы нам не пройти. Мы сметем, что мешает на нашем пути. Только нам на ошибку нет права в бою. Будем насмерть стоять за Россию свою. Инженерные войска, инженерные войска, ясный разум и надежная рука. Из глубин былых времен под российский клич знамен мы идем, и с нами слава на века. Из глубин былых времен под российский клич знамен мы идем, и с нами слава на века. Много славных имен мы писали в гранит, и они вместе с нами никто не забыт. Слава павших в боях не померкнет в веках. Слава тем, кто в строю в инженерных войсках. Инженерные войска, инженерные войска, ясный разум и надежная рука. Из глубин былых времен под российский клич знамен мы идем, и с нами слава на века. Из глубин былых времен под российский клич знамен мы идем, и с нами слава на века. Ну все, мне труба мешает. Я хочу просто заглушить саунд, съебал. Нахуй здесь вертолет летает, блять, а?
блядь, не попал! Блядь, ты сюда бы арту уебать. Блядь, я в свой верх попал. Ну, нахуй! Ты прикинь, а как ты в свой уебал, зачем? Ты прикинь, а потому что он выходил на него. Кто на кого выходил? Ебать, чё есть? Чё с вами случилось здесь? Ебать! Куда он бежит? Ой, ракета. Проход. 260. Заходи, бункер. Да. 255 хат. Уходи, бля, не успел я. Вас подбили? Да. Маме там стреляли. Ой, лошага. Думаешь, все хорошо? Ой, закончится? Я в паниш упал. Да блин, пока лазер тыкал, блять, уже убили меня. Вот не люблю я вот так делать. Да фигня это, блин, на такой карте без термала. Сраные синяки, блин, здесь ходили. Почему они информацию не говорят? Кому-то с пламя накидать. Это обратная сторона того, что новичков было. Я сейчас до этого был в другом отряде, там один дебил, блядь, полчаса оставил фобу, товку, блядь. В итоге он и поставил. Вон пехи фобу. Ходит. На восьмом на фобе пехи, Хас, можешь заходить, только меня не убей. Вижу. Плюс варилок ко мне едет. Короче, Акас сказал, что у меня на мне десятая. Вы ничего на горе? Вызывай огонь на себя. Вызвал. Огонь на себя, Акас, я вызываю огонь на себя. Подбегают по маркеру. Ты чё, фильмы пересмотрел? Ага. Ты в рынке. Варилок смотри, где только у меня катается. Он тоже к тебе едет с запада. Варилок и машинка. Я здесь в кустах спрятался. Вот это главный минус, если не накинуть. Ты мало одним дают, а второй фракции не дают. А машинка куда-то на ИС уехала от меня. Варио живой. Низко они. Варио живой стреляет он. О, даже попадание. Два попадания. Мы на базу, стрел говно. Понял. Шестерка на HE, 7 находится этот снайпер. Вот я и хат убил, кажись. Варя где-то внизу стоит, вон дымится. Вон дымится, возьми попробуй трубу. Не дает. Не дает. Это, динамит. Я динамит взял. Попробуй. Дымится. Всякий ты, блин. Не пугайте, Варю, а динамитом бегу к нему. Это что, Крас или Транс? Ну стой, ну куда? Да мы не можем его найти. Поэтому по земле работаем. Чину к низам летает. По югу проходит. Фоба на синем центре заблочена. Только что. Ворьер не трогает, говорит. Не трогать, а минирую его динамитом.
Залепил! Залепил, Варьер! Минус Варьер динамита. Хорош. Они ее копают, там фоба. Да нафига кикать-то? Блять, ну сказал же тихо! Я же один на крыше. Туров, есть еще, бля, я с миномета не умею стрелять вообще, блять. У меня такие же баланы. Подбежал к зданию. Сейчас, крыше. Ну ладно, тогда умею стрелять. Ну, ладно. Под крышу враг. Я один на крыше. Еще опять. Один прибежал. Блять, сейчас гряну кинут мне. По-любому. Блять, точно. Это моя. Нет, натовская была. Третий, поставь толчок, как можете. Вы чё, блять, сука? Поднимаюсь. У них даже, у них до сих пор стоит товка на Дельта 6, КП 2, 3, вот этом расстоянии. Они сидят там до сих пор, расстреливают. Товка у них Дельта 6, КП 8, 9. Перекрёт на нижнем углу. Блять, сейчас точно кинет. Не попал. Помогайте, я один нахуй здесь. Прибежал еще один. Ползает кто-то. Противники, блять, грену кинули. Сам себя, блять. Блять, ну как так-то, сука, я же первый начал стрелять, он меня трынк и убил. С троечкой, блять. Ну так вот. Да, сопли здесь уже. Все, выходим мы? Не-не-не-не-не, стой. Ну, пацаны, если вам пизда, то он пизда. Все, выходим. Сейчас здесь справа высадим. Ебать, уехал, даже не... Уходим. Да все уже вышли, блядь. Все, вышли. Я еще с патронами стрельну один. Там надо внимательно, блядь, подъезжать, и мы можем по Т-шке хуярить. Короче, 50 потом левой Т-шке. И бегут, бегут, стреляют, бегут, да хуя, пиздец, стреляй нахуй, быстрее, сладыску. Пять человек! Да не ори ты нахуй. Двоих убил, еще один одного. Чисто паника, блядь. Да ты ж не стреляешь, а я стреляю. Ларина бомбит. Еще минус один. А тебя где убили? Я в ближний бой пошел, прикрой. Сейчас тимкил будет, тимкил! Тимкил. Ну, бот стреляй. Беттер едет. Блять. Ты от калашара. Ну, чё, Глюк, вы будете лапу драть? Да-да. Давайте так забирайте. Пиво, подбили его. Бедолага, Глюк, ой, жаль тебе. Сейчас взорвётся. Чё с Глюком случилось? А его Беттер заебашил. Специально. Беттер горит, горит Беттер, пиздец! Да нет, там Глюк чё-то заберут. Нет, я знаю, я просто это... зарезервировал. Правильно. Зарезервировал. Надо баланс делать, если действительно так. Так вчера мы здесь как проебывали. Нахуй переходить минуту назад. Ну да, мы не сможем есть. Сейчас, давайте играть. Опять. Нас надо вручную перекидывать всех тогда. Чего, он уже туда перешел. Ну давай, блядь, перекидываться, давайте. Ну перекидывайтесь, не появляйтесь. Да мы не сможем так перекинуться. Да, блядь, а почему ты не убиваешься? Не знаю. Ты читер, забанить тебе. Почему ты не убиваешься?
Ты реально не убиваешься? Это Рэмбо. Да, и ты не убиваешься. По своим стреляешь. А, это 20 секунд после начала у нас у всех бессмертие. Чё, реально бессмертие? Прекратить огонь! Вот, у тебя тоже нет. Меня не убивай. Я нормальный. Подними. Вот тэшка можно. Блять, ничего, врезал, слушай. Ты сам пошел, блять! Ящик, блять! Ты Волос убил Фобу? Нет, конечно. Так, стоп, вижу, стоп. Я БРГМ. За камнем мешает камень. 150. Надо либо вперед, либо назад. Вижу, стоп. Давай в жопу, хуяк. Долби. Долби. Минус, нет, все. Минус. Давай теперь фугас приключай, пехо смотри нахуй. Базу. Чё, блядь? Тов... Справа одна где-то. Я с базу били. Там Товка же есть. Блядь. Вон он впереди стоит, не? Впереди, впереди, впереди! Блядь. Это мотолыга была. У них мотолыга минус. Нет, не минус. Мы сожгли. Сколько у них мотолыг? Две, наверное. Не полетит. У них танк по праву панишный идет. Где-то... Да, вы прям не очень поедете. Вон, блин. Все, а, минус. Блядь. Минус бэха. На базу, Глюк? Полечите. Полечите на маркере танк. Супланик Сониус 5 слева. Едет. 210. СВ. Попал. Ну то он в яму упал. Давай, догоняем. Вот он. Это другой супланик. А, нет. Лучше я динамит взял с собой. Вот, они сидят там, танков ждут, либо ТМП влез. Выше, выше на перевозке танк. Где синяк маркер. Один. Блять. На маркере? Да, 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 вот здесь он. Я мертвый, я мертвый. Ко мне едет. Прямо на Фобу едет сюда вот. Одно попадание слайда было. Второе попадание слайда. О, дымится черным дымом. Еще бы лайт ему надо. Еще лайт нужен срочно.